адрес напишу в описании видео. Давай открывать и смотреть, что там внутри. Это что-то именно из вселенной Марвел. А давай откроем и посмотрим, что там внутри. Так, давай смотреть, что у нас тут есть. Персонаж. То он хороший, то он плохой. В общем, да. Так, следующее, что я вижу? Я вижу значок. Ну, вот это, кстати, ничего, такой значок. Вполне Дэдпул. Очень даже. Сделан просто другая картинка. Но у картинки что у одной, что у другой очень хорошее качество, очень хорошая детализация. То есть это, ну, не такие. И у брелка, кстати, тоже. Ну, то есть не абы как, абы где распечатано, а на самом деле очень хорошо сделан. Так. Дальше это потом. И еще опять Локи. Опять Локи. Ну, не знаю, вот эти два мне больше понравились. Это, ну, как-то, может, для фанатов. Для фанатов Локи. Так, дальше. Себе, а вот этот прям крутой. И то, что он металлический, и то, что он очень так прям, на мой взгляд, он прям хорошо сделан. Вот это мне прям очень нравится. Так, дальше, что у нас дальше? Дестройер. Дестройер, Bubblegum, Chili, Liquid, Lava, Field.
острая какая-то жвачка. И есть еще одна. Это зомби. Суперкислая. Суперкислая жвачка плюс конфета. А почему бы и нет? Ну-ка. Сладенькая жвачка. Не знаю, прям ничего особенного. Непонятно. Так, ладно, давай эту пробовать. Тут написано суперкислая. Персонажи из фильма. То есть вот это вот персонажи Марвел, именно как с рисовкой из комиксов. А вот это из фильма. Так, все же. Да, все. Ну, вот такой вот. Вот такой вот бокс. В общем, мне прям очень понравились вот эти два значка. Прям очень крутые. И привод.
Спасибо, Роман. Огромное тебе спасибо. И что? И спасибо, что ты пришел посмотреть вместе со мной. Что же мне прислал Роман? Вот. Ну и очень рад был тебя увидеть. Всего тебе самого-самого наилучшего. Любви, добра.